Гоняем под размер и скругляем углы все. То есть вот сейчас вот вы когда режете, у вас она получается острая. Вам нужно все скруглить, потому что углы это концентраты напряжения. Концентраты напряжения в авиации это всегда плохо. То есть вот так вот стачивается. Увидеть, попробовать самому, определиться с профессией гораздо проще, когда есть возможность узнать все тонкости на практике. День открытых дверей провели в авиационном колледже, межрегиональном центре компетенций. Для школьников организовали экскурсию по мастерским. Токарное и слесарное дело, машиностроение. Так воплощают федеральный проект «Профессионалитет». У нас будут работать площадка по производственной сборке изделий авиационной техники, где ребята также будут пробовать себя. То есть там будут и мастер-классы, и профессиональные пробы. Напомним, программа Минпросвещения России «Профессионалитет» охватила 140 организаций по всей стране. Ульяновский колледж обновили по этому проекту. В мастерские в этом году установили новое оборудование. На днях придет токарный станок с числовым программным управлением. У нас много поступило универсальных станков, различных универсальных станков, как токарных, так и фрезерных. Профессионалитет – это новый уровень среднего профессионального образования, гарантирующий трудоустройство. В прошлом году Ульяновск вошел в программу одним из первых. Виктория Черкова, Улправда ТВ.